Да, сегодня рассчитывали, конечно, больше. Во-первых, дома играли. И, ну, я думаю, что мы должны были сегодня выигрывать эту игру. Были какие-то моменты, которые могли реализовать. Но, к сожалению, так сложилось. Это футбол, это игра. Мы не забили, ну, хорошо и не пропустили. Да. Очко для нас это неудовлетворительный результат. Мы рассчитывали на победу. Ну, будем в следующей игре стараться выиграть игру. То есть ребята бились, самоотдача была на высоком уровне. Но как бы какие-то моменты все-таки не получилось уже в завершении, да, в третьей части в атакующих действиях. Поэтому вот так. После перерыва команда, скажем так, вынуждена некоторое время прижалась своим воротам. Скажем так, это прибавил соперник, или все-таки есть какие-то были недочеты в игре наших ребят? Ну, где-то по 75-й минуты, скажем так. Да, были у нас недочеты. Мы в середину немножко стали проигрывать середину. Где-то фланги стали проигрывать, много нарушений, особенно с левого нашего фланга, да. Как бы и немножко подсели, да. Ну, как бы и соперник, естественно, прибавил у них, и лидеры включились. Поэтому, да, есть над чем работать, и я думаю, что... Ну, будем стараться исправить, конечно, эти моменты. Вопрос по стандартным положениям. В первом тайме их было очень много, скажем так, наверняка вы этому элементу футбола уделяете особое внимание. Что не получилось вот в завершающей фазе? Все-таки именно большинство моментов было после стандартных положений у ворот соперника. Ну, не получилось. В принципе... Забить, да? Да, забить не получилось. Поэтому, как бы, да, мы наигрываем... стандартное положение, уделяем большое внимание на тренировках, но, к сожалению, да, не получилось забить. Где-то, мне кажется, что, ну, чуть-чуть раньше мы вбегали в штрафную при угловых. И надо все-таки чувствовать этот темп, когда вбежать, когда подставить всю голову, ногу. То есть не хватило именно завершающего фактора, чтобы мяч пересек линию ворот. Как команда психологически чувствовала после трех поражений подряд? Ну, команда себя чувствовала. Ну, где-то, конечно, после 6-0 немножко было, да, у нас. Но с металлом мы почувствовали уверенность, мы достойно выглядели с ними, лидерами. Поэтому мы были в полной боевой готовности, готовы были побеждать сегодня. Но, видите, к сожалению, у нас не хватило реализации. Команда прибавляет? Команда прибавляет. По сравнению с первым кругом, да, прибавляет и в организации. Каких-то комбинационных, то есть уже люди стали чувствовать друг друга лучше. Поэтому, да, мы прибавляем, мы становимся сильнее. Но сейчас во второй лиге все команды усилились на второй круг, поэтому будет битвы во всех играх. В следующем туре наша команда снова сыграет дома, если не ошибаюсь, против Перемоги. Да. Каковы, скажем так, уже есть наметки, план на игру, скажем так, или счет еще предстоит? Еще предстоит, да, я уже просматривал Перемогу, игру с Кривбасом. Еще предстоит с ребятами говорить, что мы готовились к этой игре конкретно, и уже в течение микроцикла нашего мы будем готовиться на Перемогу, уже будем разберем ошибки по этой игре, ну и будем уже готовиться в дальнейшем.